Дороги на горнолыжный курорт, на который мы сегодня отправляемся. Мы заехали вот в такую чудесную придорожную французскую булочную и заказали себе вот такие вот вкусняшки с такой вот мисочкой кофе на двоих. И сейчас предадимся сладостным искушениям. Такие всякие разные баночки, скляночки, очень привлекательные, симпатичные. Давай, Лен, садись. Труба зовет. С оленем, да. Я остаюсь за кадром, будет только мое смачное чавканье, поэтому прошу меня простить.